За что? Чистая милиция, я оцениваю как очевидно незаконные. И те протоколы, которые они создали, написали, они очевидно вымышленные. Большинство даже из вас присутствовало на этой прогулке. И вот рапорт, который я уже вывесил в интернет, где указывается, что я в частности руководил действиями каких-то лиц, но это просто очевидный вымысел. Друзья, нас не запугаешь, мы не сдадимся. Сколько бы ни задерживали, сколько бы ни возбуждали уголовных дел, все равно будем биться за свободу. И вам спасибо, что подождали. Там еще остаются задержанные. Дождитесь, главное, сами не подставляйтесь. Не, у нас... Все, опоздал. Не мешайте проходу граждан. Да, что видят людей, да, что сейчас все это забрали, да, то, что спокойно, спокойно, говорите, вы не знаете, да, это?